как бой начался, Геннадий Головкин слева от нас, в синих трусах. Полагаю, все будет решать искусство тайминга, которым Геннадий... Легкий. Без особой раскачки начался бой, и, очевидно, выявилось первое. Короче, руки у него. Зацепил. Был такой. Вот насколько длиннее руки у панамца, насколько точнее работает. Бьет апперкоты в расчете на движение вперед Геннадия панамец. На телеканале «Боец. Бой» Геннадия Головкина против... Вот негоже, конечно, комментаторам делать преждевременные... Здесь еще важное искусство. Отлично выглядит Геннадий, прежде всего. Вот второй апперкот пропускает, к сожалению, Геннадий сейчас. Физическое преимущество, давление, да, вот такие серии пробивать. И ставить соперника в неудобное положение. Единственное желание, мне кажется, у всех собравшихся в этот день перед телевизорами. Здесь очень важна скорость работы. Панамца уже, его же оружием панамца ответил Геннадий Головкин. Если Геннадий выбрал работу корпусом и разыгрывает доверного, Геннадий все-таки пытается... Головкина. Нокаут. Виска. Этот удар, собственно, и решил бой. Так довольно короткий срок. Мы с вами посмотрели два боя Геннадия Головкина.